Всем привет, вы на канале Заливая деньгами, и в этом видео хочу рассказать о проекте АИ-маркетинг, о дополнительном пассивном доходе, о том, на чем зарабатывает данный проект, а также рассказать концепцию win-win вместе с нашим блогом. Итак, поехали! Не забудь подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк этому видео, а также подпишись на мой Telegram-канал. Ссылка будет в описании. На нашем канале мы уже определенное время рассказываем и показываем, как можно зарабатывать вместе с проектом АИ-маркетинг, который зарабатывает на кэшбэке. Но перейдем еще раз на один из наших кабинетов, на наш скрин, чтобы тебе показать, как зарабатывает данный проект. То есть мы выполняем средства в рекламный бюджет, проект запускает эти средства в работу, как видишь здесь. Начинаются они расходоваться на рекламу, то есть здесь подключены магазины онлайн через разные сервисы. Таким образом, люди, которые смотрят информацию в интернете, например, на разные товары, услуги, и их тоже покупают, эти магазины платят сервисам, а они в свое время АИ-маркетинг платят конкретно кэшбэк. И благодаря этому мы получаем определенный доход. То есть и это видно, сколько вот здесь было продаж, сколько посетителей, просмотров именно этой платной рекламы, на какую сумму были продажи и какой кэшбэк мы конкретно зарабатываем. Так вот, вот таким образом зарабатывает данный проект, и вот такие вот суммы здесь происходит, да, то есть хорошие суммы можно здесь зарабатывать. Как видишь, здесь израсходовано, например, 1500, а заработано, да, почти 3000. То есть плюс 100%, например, зарабатывает именно этот кабинет нам. В чем смысл этого вообще видео? Я думаю, что ты уже был, например, на многих вебинарах, возможно, АИ-маркетинг и так далее. Сейчас расскажу, подожди секунду. Смотри, мы что сделали? Мы выстроили нашу еще небольшую сеточку и пополнили эти кабинеты, нижние 4, по $4100. Покажу сейчас, как это сделали. То есть вот такая вот структурка выстроилась. У нас 7 кабинетов, а верхние все кабинеты активные. Так мы делаем. А вот и эти 4 нижних кабинета пополнили по $4100. Тем самым этот верхний кабинет наш забрал плюс $600 бонусами. Мы планируем реинвестировать здесь на этих 4 кабинетах постоянно на протяжении как минимум 3-4 месяцев данные средства, чтобы нарастить наш капитал и зарабатывать дальше на кэшбэке. Так вот, наше обращение с концепцией win-win для конкретно тебя, кто смотрит первый раз данное видео, либо же, например, ты где-то зарегистрировался, слышал про АИ-маркетинг, но у тебя нет спонсора, зарегистрировался без ссылки и так далее. Наше предложение конкретно к тебе. Что скажешь, если, например, ты зарегистрируешься по нашей ссылке и получишь 50% страховку от блога «Заливая деньгами»? Но следи, пожалуйста, также за временем, если ты смотришь это видео позже. Есть ли еще страховка, задай вопрос конкретно в личку под данным видео. То есть, что это нам дает? Смотри, мы хотим зарабатывать также и хотим, чтобы наша команда зарабатывала. Соответственно, даем 50% страховку от возможных потерь в проекте, если такие будут. Да? То есть, нужно понимать, что в интернете нету гарантий, а и разные инвестиции в реальном секторе, например, или онлайн также, они связаны с риском. И каждый человек должен это понимать, который вообще инвестирует где-то в интернете и так далее. То есть мы должны рисковать, чтобы заработать денег. Это нормальная вещь и ничего страшного, то есть в этом нету, это нормальные вещи. Если ты к этому не готов, значит, ты еще не отработал карму, тебе надо походить немножко на завод, тебе нужно позаниматься спокойно, то есть эта тема не для тебя, если не готов рисковать. Если готов рискнуть, допустим, и просто прокрутить свои деньги, есть вариант такой, чтобы зарегистрироваться по одной из наших ссылок. То есть, если тебе интересно, регистрируйся, ссылка данная есть под видео, получишь $50 подарочный сертификат, либо напиши в личку и получишь ссылку для регистрации, потому что, смотри, важный момент, что я уже сказал заранее, да, что мы здесь расставили по 4100 и забрали на этом аккаунте бонусы, да, то есть вариант также в проекте заработать по партнерской программе, потому что он сотрудничает с другим проектом, который платит еще партнерскую программу плюс бонусы. Если тебе эта тематика тоже интересна, ты хотел бы начать зарабатывать в интернете, тоже пиши конкретно в личку, пообщаемся, потому что активные, адекватные, взрослые люди с командами также нас интересуют, да.
таким образом, мы регистрируем тебя также, или ты сам регистрируешься по собственной воле, желанию, да, а никто тебя не заставляет, под одним из аккаунтов, и можно сделать пополнение и начать зарабатывать конкретно на кэшбэке. Как делаем это мы? То есть здесь видишь, у нас есть рекламный бюджет 16 000 долларов, он начал расходоваться, то примерно вот здесь вот на этом аккаунте будет 32 000 долларов, да, то есть это удвоение фактически, а может быть даже 35 и 40, посмотрим. То есть доходность ты видишь каждый день вот такая. Вот так зарабатывает данный проект, и то, что он зарабатывает на кэшбэке, реально можно проверить. То есть также можешь посмотреть разнообразные видео на канале, можешь на информацию об этом также найти. Но также у нас будут на канале еще следующие видео о том, как они зарабатывают на кэшбэке, как это проверить реально вот здесь вот в кабинете. Вот и все, в принципе. Вот такое вот предложение для тех, кто, возможно, наблюдает за тем, как мы зарабатываем на кэшбэке. Возможно, зарегистрировался без спонсора, допустим. Либо ты просто новичок в интернете, который наткнулся на это видео и думаешь, в какой бы проект тебе инвестировать, допустим. Напиши в личку, пообщаемся, будет конкретное предложение. Вот, в принципе, и все. Желаю тебе принимать правильные решения, начинать зарабатывать в интернете с проектом также AI-маркетинг или с разными другими направлениями, которые мы освещаем на нашем блоге, и двигаться вперед, быть умным инвестором, кроме того, как инвестировать, начиная деньги в интернете, чтобы деньги делали деньги, еще и быть умным инвестором, делиться информацией и зарабатывать также бонусы. Благодарю за просмотр, если видео было полезное, ставь лайк, пиши комментарий, все, спасибо, всем пока.